Пришло утро, надо ставить пыльцу улавливателя. Сейчас будем ставить, вот мы ящичек с собой взяли. Будем сейчас ставить. Пойдем с этим уликом. Ставятся они очень легко. Вот так. Главное, чтобы там пчел не придавить никаких. Вот так. На второй тоже ставим. Вечером придавил какую-то все равно пчелку. И эти решеточки поставим сейчас. Вот так. Следующий пойдем. Где у нас тут у нас? Тут у нас вот такого типа улики. Что я улики кажу? А вот и такие у нас коробки. Они вот так сбоку ставятся. Раз. Два. Это вообще удобные пыльцеулавливатели. А те еще удобнее. Хотя и те хорошие. Вот так, раз. Главное попасть туда. Раз. Так. И тут. С первого раза не всегда получается. Ничего. Вот так. Осталось еще несколько штук поставить. Это каждое утро надо ставить пыльцеулавливатели, а вечером все это дело убирать, ставить. Опа! А, вечером еще надо ставить на просушку. У меня есть специальное приспособление, камера такая. Для сушки фруктов. Купил я ее в магазине. Еще в прошлом году, чтобы сушить фрукты. И она очень хорошо сушит и пыльцу. Там выставляется температура, какая надо. И буквально за несколько часов все высыхает. Ну вот как-то так. Потихоньку оттягивают пчелы рамки для сотового меда. Вот уже начинают заносить медом. Тут уже везде занесли. Там уже полные рамки с медом. А тут еще я поставил сюда чисто лощину, а тут уже было, естественно, оттянуто. Лощина, вернее, рамки оттянутые были. Вот. Там полные меда сверху донизу магазины, а тут еще только тянут. Ну ничего, я думаю, скоро занесут медом. Сейчас час дня. Решил посмотреть, сколько ж пчелы натаскали пыльцы. Вот столько. Хороший результат. Это один из самых результативных уликов. Поставим назад. Вечером заберем. Вот так пчелы носят пыльцу. Настал вечер, идем собирать пыльцу. Закурили дымарик. Взяли вот сито такое, на которое высыпать пыльцу. Сейчас сеточку оденем.
и пойдем отнимать пыльцу у пчел. Так, ну, пошли. На пасеку идем. Жарко сегодня было. Улики накрытые у меня. Так, начнем сейчас вот с этих вот. Начнем вот с этих сейчас. Так, что тут у нас? О, неплохо. Для начала. А, кстати, вот это столик у меня тут такой журнальный. Я на него и магазины ставлю. И сделал вот такое вот сито. Сито сделано, значит, из потолочин с лежака. И я его скрутил на саморезы. А снизу сетку, москитку прицепил. И вот такая будет у меня сеточка для... Так, надо... погонять, чтобы сеточку вытянуть, чтобы пчел не травмировать. Так, так, ложим на ночь, а коробочки забираем, чтобы, а то ночью они мокреют, а потом утром начинают пчелы носить эту пыльцу, пыльца становится мокрой и портится. Так. Вот. Вот так. Так, да. Забрать надо. Опа, вот положить. Вот. Так, следующее. Следующее мы вот это заберем. Смотрим, что у нас тут. И погоняем их, чтобы не травмировать никого. Вот так взяли. О, тут неплохо. Неплохо в этом. Так, сейчас это вытаскиваем, ложим наверх. А это... Вот, вот так сейчас. Неплохо, я бы сказал. Хорошо. Хорошо. Так. Следующее. Следующее у нас. Так, что-то у нас они тут нанесли. О, тут тоже хорошо. Сегодня урожайный день, я скажу. Тщательно. Так. Сеточку забыл вытянуть, надо сеточку вытащить. Курнем их трохи. Курнем трохи. И вот так. Следующий сейчас. Посмотрим, что у нас тут. О, а тут ничего и нету. Очень мало. Где-то нашли ход. Так. В обход пыльцы ловителя, видать. Или же мало носят. Так. Так, это сюда. Сразу дохленькую пчелу выкидываем. Не было мусора. Так, что у нас? Следующий улик. Следующие два улика. Так. Тут что-то слабенький. Я так думаю, тут ничего не будет. Ну да, такие есть. Трошечки. Трошечки. Так. Тут можно не дымить, наберем. А вот это. Вот тут у нас. Вот оно.
Давайте я заберу у вас коробочку. О, тут неплохо. Тут неплохо. Так, а ну-ка. Никого не поранить. Опа. Так. Несем. Несем это. Тут мало. Собираем, а тут вроде ничего. Так, ну, тут более хороший результат. Так. Да, пыльца красивая такая, разноцветная, и оранжевая, и желтенькая, и синяя. Так, пчелок надо сразу выкидывать дохлых и мусор тоже убирать. Так. Следующих два улика берем сейчас. Дымнем, вон, трутни. Трутни не могут залезть. Бедолаги ждут, когда я им открою, чтобы идти ночь в улик переночевать. О, здесь хороший результат. Так. Здесь хороший результат. Так, берем вот так. Опа. Идите, спите. Так, а тут пчел много. Собралось. Сейчас откроем. Заберем, пойдете домой. Вот так. Тут трошки собрали. Трошки собрали. Так. Опа. Вот так. На ночь. Летите. Тут и тут тоже летят домой. Я сел как раз на перелете. Они у меня из-за спины летят. Уже солнце садится. Летят до дому спать. И некоторые даже с обножкой. Желтенькая. Обножечка. Так, очередные два улика. Вон трутни собрались, а не могут попасть домой. Бедолаги. Закрыл им ход, и тут тоже на пыльцеуловителе сидят. Не могут попасть. Сейчас мы их... Ну, разлетайтесь. Так. Теперь все попадут домой. Все будут дома ночевать. Так, ну тут еще у нас. Тут нормально. Так. Вот так. Вон их сколько. Второй дней. Пойдем высыпать. Тут, кстати, мало.
мало. Одной рукой неудобно. Так. Падаем и сразу все в ящик прячем. Прячем все в ящик, чтобы отнести в хату. Вот так. Уже нормально так пыльцы собрали. Красивая пыльца. Так, следующий пойдем. Ну, что у нас вот эти собрали? Дымарик возьмем сейчас. А ну-ка, погоняем их. Опа, о, тут трошки что-то есть. Угу, трохи собрали. Так, погоняем пчелок, чтобы вытащить решеточку, сетку, чтобы никого не травмировать. Все, идите во свояси. Осталось еще два улика. И все. Ну что, вот такой результат. Столько вот пыльцы собрали. Здесь где-то около пол-литра. Предварительно, я смотрю. Но вчера так само было. Сейчас несем в сушку. Высушим за ночь. Утром опять ставим пыльцевылавливателя. И все по новой. Пока есть приход, надо его брать. Весной было очень мало пыльцы. Сейчас хоть трошки возьмем. Пыльца красивая. Очень красивая пыльца. Вот как-то так. Солнце садится. Пчелы уже летят домой. Ковром накрыл, чтобы не так жарко было. Старый коврик послужит еще.